Лишь в одном абайском районе Шымкента насчитывается 858 улиц. 51 из них по сей день без названия. Еще 251 нуждаются в опознавательных табличках. В горакимате готовы установить указатели. Однако есть одно существенное «но». Причина бездействия кроется в финансировании. Деньги из бюджета на эти цели не выделяются второй год подряд. Так случилось и в этом году. Заявленная абайским районным акиматом сумма в 20 миллионов тенге на изготовление вывесок вновь отклонена. Депутаты гормаслихата считают такое положение дел неправильным. Народные избранники требуют изыскать средства. Вы обещали установить чипы, их до сих пор нет. Мы перешли на латиницу. Она будет полностью внедрена до 2025 года. Уже пора менять таблички, а у нас даже старых нет. А что делать местным жителям? Им опять придется ждать несколько лет. Горожане не могут элементарно заказать почту по адресу, не говоря уже о скорой помощи, которая часами не может найти нужный адрес. Поднятый на внеочередной 28-й городской сессии вопрос по наименованию улиц поддержали и представители партии «Нур Отан». Они предлагают, если деньги на изготовление вывесок нет, то есть вариант временный, подешевле – установить указатели в начале каждой улицы. Карета скорой медицинской помощи пока доедет, например, до микрорайона Самал и найдет нужную улицу, пройдет больше 40 минут. За это время человек может попрощаться с жизнью. Но куда это годится? Необходимо принимать оперативные меры. Нам надо сейчас изыскать средства хотя бы на изготовление указателей. На этом и порешили. Следующая встреча депутатов начнется с того, сколько денег надо найти в бюджете, чтобы улицы Шымкента перестали быть безымянными. Бахром Абдуллаев, Эльдар Жунусканов, Саид Ахметов, информационная служба телекомпании «Утрар».